Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Amarkets. Мы начинаем наш утренний брифинг. Как обычно, начнем сегодняшний разбор с анализа предыдущей торговой сессии и обсудим картину вчерашнего дня. Прежде всего, нужно отметить, что вчерашний день, да, начался с решения Банка Новой Зеландии по своей процентной ставке. Но самым интересным в этом событии стало даже не сама ставка, не сам факт публикации, потому что, как многие и ожидали, крайне прогнозируемо было то, что Банк Новой Зеландии также оставит свою ставку без изменений, как и большинство остальных банков. Да, вот в этом двухнедельном цикле решений по процентным ставкам только вот Россия, пожалуй, что российский ЦБ, да, сделал изменения, да, в своей политике. Остальные же банки оставили все так, как и было ранее. Так вот, с точки зрения интереса для инвесторов, для трейдеров, больший даже резонанс вызвали комментарии, да, Банка Новой Зеландии, то есть не сам факт решения по процентной ставке, а именно комментарии. То есть они заявили о том, что в будущем все-таки планируют смягчать, да, свою монетарную политику, и поэтому будут предпринимать все необходимые меры для этого, да, то есть для поддержания национальной экономики и для последовательного снижения курса новозеландской валюты. В результате чего, если мы посмотрим на график пары новозеландский и американский доллар, то увидим, что после этого решения именно новозеландская валюта ослабевала, да, по отношению к американскому доллару. То есть на самом деле эти комментарии представителей банка возымели должный эффект, да, который они и предполагали, делая подобные заявления. Но мы уже неоднократно отмечали о том, что сейчас политика каждого центрального банка, особенно тех стран, которые ориентированы на экспорт, она все-таки настроена на то, чтобы постепенно либо снижать процентные ставки, либо любыми другими путями пытаться снизить курс национальной валюты. Да, это мы в России привыкли к тому, что если курс местной валюты снижается, то это скорее негатив, да, нежели позитив. Но опять же, здесь нужно говорить о том, какими темпами, да, это происходит. Конечно, если брать во внимание то, какими темпами происходило снижение нашей валюты, то это никакого положительного эффекта на экономику не оказывает. А вот в случае с Японией, например, Новой Зеландией, в этих странах происходит последовательное снижение, да, курса, по крайней мере, ориентация на такую политику. И там не приходится говорить о двух-трехкратном снижении, да, национальной валюты, а лишь о нескольких процентах, либо максимум нескольких десятках процентов, что производит положительный эффект, да, и прежде всего положительно влияет на экспорт, да, ну и как следствие на уровень экономической активности и в среднем на уровень жизни. И вот на самом деле сейчас дальше крайне интересно будет понаблюдать за парой новозеландский доллар и американский доллар, да, потому что с точки зрения дневного графика, если мы посмотрим, существует очень значительный потенциал для снижения новозеландского доллара. Буквально в течение ближайших нескольких дней может состояться пробитие важного уровня поддержки. Если мы будем говорить точно, то это уровень 0.7230. И после чего уже ближайшие ориентиры будут сильно-сильно ниже на графике, да, то есть потенциал по данной паре, потенциал снижения, именно он весьма и весьма выглядит привлекательно. Поэтому, опять же, стоит держать руку на пульсе, да, и наблюдать за дальнейшим поведением валютной пары. С фундаментальной точки зрения здесь все относительно понятно, да, что будет по факту в ближайшие дни, увидим совсем скоро. Помимо этого решения, вчера также состоялось выступление Марио Драги, мы его анонсировали в ходе вчерашнего брифинга, но на самом деле какого-то должного и ожидаемого эффекта на рынок это выступление не произвело. Все дело в том, что Марио Драги выступал лишь на открытии важного мероприятия, то есть там проходила конференция, и Марио Драги был приглашен в качестве скорее почетного гостя и того человека, который откроет данное событие, да, своей речью. Поэтому
вполне логично, что каких-то важных заявлений он в ходе своего приветственного выступления, да, приветственной речи не сделал. То есть в этом плане отношения, ожидания не оправдались, да, многих аналитиков. То есть речь носила скорее такой праздничный характер, нежели была официальной, да, и могла отражать дальнейшие шаги, дальнейшую политику банка еврозоны. Да. Поэтому, как уже было обозначено, должного эффекта на рынке это не произвело. Куда с большим интересом были восприняты заявления от представителей Банка Англии. Также мы их анонсировали в ходе вчерашнего брифинга. И вот несколько очень интересных вещей мы могли вчера услышать, которые уже, в свою очередь, оказали существенное влияние на рынки. Мы могли это наблюдать и вчера, и в ходе сегодняшнего открытия, да, вот тех движений, которые уже произошли на настоящий момент, можно смело говорить о том, что все это результаты именно данных заявлений. Если говорить более детально, то представители Банка Англии вчера выступили с следующими тезисами. Да, прежде всего они отметили, что вот негативные ожидания, да, по поводу скорого выхода Британии из ЕС, они несколько преувеличены. То есть дело в том, что после Брексита, да, который состоялся в начале лета, Банк Англии сразу принял несколько довольно решительных шагов, да, после столь неожиданного исхода референдума, и несколько даже больше смягчил, да, свою политику, нежели того требовала ситуация. То есть сейчас можно смело говорить о том, что рынок отреагировал куда сильнее, да, на вот эти решения Банка Англии именно летом, да, нежели того требовала на самом деле ситуация. Вот сейчас, после некоторой оценки произошедшего уже, да, можно сделать выводы о том, что все-таки нужно несколько приостановить столь решительные действия, да, по смягчению, например, политики монетарной, да, и по чрезмерному стимулированию экономики, потому что, опять же, речь идет о том, что резервов в дальнейшем может не остаться, да, они могут быть сокращены чрезмерно, а также все-таки о нецелесообразности в целом такой политики. Да. Помимо этого, опять же, говорили о том, что с юридической точки зрения пока еще все нюансы далеко не понятны, да, по поводу, опять же, выхода Британии из ЕС. Непонятны и сроки, в течение которых это будет происходить. То есть можно говорить о том, что это точно будет не ранее следующего года, да, какие-то решительные действия предприниматься. Поэтому здесь, конечно же, нужно говорить о том, что есть определенная доля политики во всем этом. Да, именно политические решения в дальнейшем обеспечат то или иное, те или иные решения Банка Англии. И вот в целом, если подводить некоторый итог всем этим комментариям, да, то можно сказать о том, что фунт получил определенную порцию позитива, да, после этих комментариев, и, конечно, вырос весьма прилично, да, на фоне этих заявлений. Однако вот что произошло сегодня утром после открытия, вы можете видеть, да, попросту весь вчерашний рост уже был отыгран, то есть все восходящее движение уже было перекрыто на графике сегодняшним снижением. Все это, конечно, говорит о том, что вот подобные комментарии, да, которые были озвучены вчера, носят краткосрочный эффект, да, и после позитива довольно быстро может прийти и негатив на рынки, да, потому что все-таки общая глобальная тенденция по британской валюте – это снижение. Безусловно, многое уже говорилось, различные исследования, прогнозы это подтверждают, да, тот факт, что выход из ЕС может крайне-крайне неблагоприятно сказаться на экономике Британии. Опять же, те экономические связи, которые были наработаны за эти годы, да, то сотрудничество может быть несколько нивелировано, да, этим выходом. И опять же, неоднократно отмечалось и политическое, да, обоснование этому, точнее политические последствия, да, предстоящего выхода из ЕС, потому что мы знаем, что
несколько охладели, да, отношения между Британией и остальным Евросоюзом. Вот, поэтому крайне интересно будет понаблюдать и за развитием ситуации по британскому фунту, да. Опять же, несмотря на общую глобальную нисходящую тенденцию последнего времени, если брать дневной график, то пара находится в условиях боковой консолидации. Да, отчасти даже чем-то график дневной напоминает график по паре доллар-рубль. Также уже довольно продолжительная, в течение нескольких месяцев, боковая консолидация. И что интересно, сейчас мы находимся вблизи нижних границ этой консолидации. То есть все-таки можно рассчитывать, что если в ближайшее время каких-то кардинальных изменений, да, и неожиданных событий не произойдет, то пара вполне может оставаться в условиях этого бокового канала, а значит, можно будет покупать от нижних границ, да, этого диапазона. Если же вдруг действия Британии по выходу из ЕС несколько ускорятся, да, то есть станут более активными, тогда, конечно, вполне вероятен пробой нижней границы этого канала и дальнейшее снижение. То есть там потенциал даже рассчитать очень сложно, потому что попросту исторически не было еще столь низких значений британского фунта по отношению к американскому доллару, например. Вот. Поэтому, опять же, все комментарии, которые сейчас в дальнейшем будут, во многом это игра слов, да, можно так их обозначить, от представителей банка, либо от политиков, но, тем не менее, это делает торговлю крайне интересной, да, потому что вносит и элемент непредсказуемости, но в то же время именно непредсказуемость является основным фактором повышенной волатильности, да, именно повышенную волатильность всегда трейдеры, инвесторы и ожидают. Поэтому для торговли наступают благоприятные, да, вполне времена, они уже и продолжаются весьма продолжительное время. Что касается событий сегодняшнего дня, вот очень важный момент, который хотелось бы обсудить. Сегодня также не будет каких-то мега значимых событий, да, которые могут обеспечить минутный, да, буквально сиюминутный рост, да, в течение там, когда нескольких минут мы увидим плюс 50, плюс 100 пунктов по той или иной валютной паре. Но, несмотря на это, будет ряд очень важных событий, на которые хотелось бы обратить внимание. Прежде всего, это публикация макростатистики по еврозоне. Начнется день с того, что вот буквально уже через 15 минут состоится публикация информации по Франции, ВВП будет опубликовано, и чуть позже индекс деловой активности. Напомню, Франция – это вторая экономика, вторая по величине экономика еврозоны, поэтому, опять же, на евро и этот новостной фон окажет влияние в любом случае. Ближе к середине дня будет публикация индекса деловой активности по Германии. Надо сказать, что прогнозные значения весьма позитивные, да, то есть ожидают, что такая конъюнктура рынка сложилась, что сейчас для Германии все в целом неплохо, да, особенно для фондовых индексов. Мы могли, да, несколько отвлекаясь от темы, да, говорить о том, что и S&P 500, и DAX, да, немецкий индекс, очень сильно росли в последние дни, опять же, на фоне того, что ставки не были повышены, да, например, в США. Вот. Поэтому с этой точки зрения, опять же, ожидается позитив из Германии. Как оно будет на самом деле, узнаем уже очень скоро. И опять же, в случае каких-то неожиданных новостей, расхождений с мнением экспертов, да, могут быть очень сильные движения. Также публикуется базовый индекс потребительских цен по Канаде. От этой информации будет во многом зависеть та инфляция, да, результаты по инфляции, которые будут опубликованы в ближайшее время. Поэтому в 15.30 по московскому времени стоит понаблюдать за парой с канадским долларом, да, потому что также могут происходить некоторые интересные изменения в этот момент. Ну и напоследок, уже в завершении дня по нашему времени, да, будет выступление сразу трех членов ФОМС,
из США. Они дадут свои комментарии по поводу прошедшего заседания ФРС, а также расскажут о планах на будущее. Да, опять же, дадут свои оценки происходящему. Если мы будем говорить о прошедшем заседании ФРС, да, то нужно отметить, что, я думаю, некоторые из вас, да, уже в курсе, то, что почти половина членов комиссии, да, ФРС, которые принимают решение по ставке, высказались за повышение уже в сентябре, то есть буквально в четверг, прошу прощения, в среду, да, то есть несколько дней назад. И поэтому повышение ставки в декабре выглядит пока крайне вероятным, да, если уж почти половина тех, кто принимает это решение, высказались уверенно за повышение ставки, то это вполне может означать, что в скором времени и остальные участники данной комиссии, да, также это решение поддержат. Вот. Плюс, опять же, мы наблюдаем, что данные из США приходят в последнее время все-таки скорее позитивные, да, ну там примерно 50 на 50, но все-таки, вот если не считать данных по безработице, да, вот, то за исключением этих цифр большинство данных выглядит вполне позитивно. Поэтому, опять же, крайне вероятно повышение ставки в декабре. И вот эти комментарии, да, которые будут представлены сегодня, они могут оказать на самом деле также очень сильное влияние на поведение валютных пар. Хотелось бы сейчас поговорить и буквально сказать несколько слов о криптовалюте, о биткоине. Вчера уже мы анонсировали то, что в компании Markets стала возможна торговля биткоином, да, по именно по паре биткоин и американский доллар, да, данный актив, если можно его так назвать, да, выглядит крайне интересным с спекулятивной точки зрения, а также на долгосрочную перспективу является неплохим вложением. Да, если вы знаете хотя бы какую-то, да, информацию о биткоине, о криптовалюте в целом, то я думаю, что уже смогли оценить те размахи цен, да, очень сильные восходящие движения по данному активу, которые происходили на протяжении последних лет. То есть там стоит отметить такую несколько скачкообразную, да, тенденцию, то есть биткоин может очень сильно вырасти буквально на многие-многие десятки процентов за буквально пару недель, да, затем может продолжать несколько снижаться. Все это связано, опять же, с тем, как появляется вообще криптовалюта, да, как формируются эти резервы. Да, и дело все в том, что там можно провести некую аналогию с нефтью. Например, если биткоин стоит очень дорого, то его попросту больше производят, либо больше добывают. Да, если вы, опять же, знаете, как появляется криптовалюта, то вот можете вполне со мной согласиться в таком случае. Не стоит забывать очень интересную вещь. Дело в том, что в последнее время биткоин покупают большинство именно китайских инвесторов, потому что в Китае вводится постепенно все больше и больше ограничений на пользование иностранной валютой. То есть там сейчас не так просто уже, скажем, поменять, да, юань на доллар, либо обеспечить себе какую-то большую позицию по американскому доллару, например. Да, это опять же связано с тем, что правительство, да, Китая, руководство Китая не заинтересовано в оттоке капитала, поэтому опять же вот делает все для того, чтобы юань не обменивался на какие-то зарубежные валюты. И в связи с этим крайне большую популярность приобрел именно биткоин как криптовалюта, валюта-убежище, да, может быть, которая не признана еще официально многими, но тем не менее является крайне перспективной, а главное ходовой, да, то есть не будет проблем в любом случае с ликвидностью по данному инструменту. И, конечно же, те движения, которые происходят по криптовалюте, да, они заставляют и в будущем рассчитывать на столь же значимые изменения. Конечно, сейчас опять формируется некая нисходящая тенденция по биткоину, но это означает лишь то, что в любой момент после, скажем, пробоя нисходящего
уровня сопротивления, можно будет получить отличную точку для входа в рынок и для покупок биткоина. Поэтому все внимание также к этому инструменту, да. В дальнейшем будем уделять ему больше времени, анализировать и с точки зрения технического подхода, и, конечно же, определенные фундаментальные выкладки также вам предоставлять. Ну и в завершении хотелось бы буквально несколько слов о нефти сказать. В ходе вчерашнего брифинга мы говорили о том, что куда более вероятен рост данного актива. Так оно и состоялось. Причем вот сегодня утром скорее более вероятным выглядело снижение, да, ниже уровня 47.65, если бы нефть закрепилась, то можно было говорить о том, что снижение может быть вновь возобновлено. Но сейчас мы уже видим, как актив постепенно отбивается от этого важного уровня поддержки и вновь выглядит скорее с позиции покупок. Поэтому, опять же, нужно внимательно следить за данным активом в течение сегодняшнего дня, да, и по возможности открывать сделки после пробоя важных ценовых уровней, либо входя по направлению локального тренда. На этом, пожалуй, все на сегодня. Всем успехов в торговле. Увидимся. До свидания.